И снова всем привет, ребят, чуть-чуть, потому что все-таки впечатление о телефоне от компании Xiaomi Mi 9 SE. Знаете, потому что спорное вот решение здесь, потому что много плюсов, но также вот есть и компромиссы, на которые я не знаю, потому что все ли будут идти. Естественно, жесть дизайна, ребят, у нас стекло идет с каркаса. Ну, чувство, что из металла, вот сейчас температура спустилась, и ты прикасаешься, чувствуется, что холод. Я не уверен и говорить я не хочу. Но исходя из того, что у нас здесь есть антенки, я так думаю, что в каркас из металла. И нет чувства, что у тебя телефончик, скажем так, из дешевых. Он смотрится вполне круто. В чем плюс, что в комплектации в чехол и шел. Единственное, что из недостатков, что камеры вот здесь, знаете, так конкретно, что вот лезут, но хотя бы в чем плюс, что чехол одеваете и прикрывается, и в целом закончится, что все уже классно, что будет. Из эргономики, вот, ребят, это просто идеальный размер телефона. Я действительно в такой степени, он удобный, это просто аут. Вообще, вот я не знаю, вот я сейчас что у меня X2 идет, и честно, вы знаете, он в такой степени, вот вы, чтобы вы их увидели, в такой степени телефоны отличаются в толщине и габаритами и всем полностью. Скажем так, да, вот я не спорю, что аккумулятор отличается все полностью, начинка. Но вот, ребят, он до такой степени удобный, что просто сказка. Это вообще, это просто супер. Так, естественно же, все только что увидели функцию Always On Display. Здесь в китайце умнички, у нас есть и темы, и захотели, изменяете, все сделано и красиво. Но вот знаете, я так думаю, что все-таки в конечном итоге из-за этого и кушается аккумулятор по полной. Честно, у меня телефон где-то к 19 сдыхал полностью. Вообще. И это при том, что вот я не играл в игрушки. Знаете, здесь аккумулятор все-таки хотелось бы, чтобы оказался чуть-чуть побольше. Так, вступили, включаем по экранчику и сканер, я так думаю, что все увидели, что он тут есть. И, ребят, вот знаете, вот впервые сталкиваюсь с тем, что единственное условие, чтобы он включался и срабатывал, это вот надо, чтобы у тебя оказались чистюсенькие, что вот руки, и только в том случае, что включается и срабатывает. Здесь, скажем, вот чтобы вы увидели, вот что вот я имею в виду. Так, ты включишься, раз, и включился. Что в любом случае, включается, опа, и включилось. Здесь, скажем, оказалось чуть-чуть, включалось, но сталкивался с проблемой, что что-то не срабатывает, вполне комфортно. Но в чем плюс, у нас, если надо, включалось сканирование лица, срабатывает изумительно. Экранчик тут, ребята, просто изумительный идет. Я думаю, что все знают, техническая сторона, оказывается, что внизу, но просто, включу еще раз, YouTube, чтобы все, увидели до такой степени в красивые и яркие, цвета, в телефоне идут, это просто ты включаешь из Full HD, 60 FPS, и картинка здесь до такой степени и красивая, и яркая, и сочная, что вот это вот, ребята, кайф, смотрите, включаю по максимуму ее, и просто ты смотришь по качеству, опа, и смотрите, что показывается у нас, я надеюсь, что все увидят. И, ребят, здесь экран, это просто вообще при солнце вы комфортно его видите, в темноте автояркость включалась и срабатывала аккуратно, и претензий у меня к ней от ноль. Вот, ребят, я говорю, что вот именно по экрану здесь это просто сказка идет, претензий к экрану вот я не имею. Если захотели, включайте по минимуму и считаю, что черный вот что из плюсов вот в такой ситуации идет, вот, ребят, чтобы вы все поняли, что просто читаете в темноте там или что, то хотя бы для глаз вполне комфортно. Есть, ребят, есть звук, звучание здесь вполне окей. Единственное, что из недостатков, что ты включаешь и долбанная реклама идет. Да, там есть инструкции, как ее выключить, но какого хрена? Я вам скажу так, вот, ребята,
Какого хрена? Вот я купил с телефона, и я бы, ну честно, вот, ну вот эта ситуация, что с рекламой, ну штулят ее, вот меня, ну что здесь вот лично не устраивает абсолютно. Потому что громкость динамика, что включаем, я надеюсь, что все услышат. Что мне интересно, может... И снова реклама. Нормальная рыба. К чему я? Ну, громкость и динамика вполне ее хватает, при том, что в телефоне, потому что единственное, потому что динамик, но кричит, и звучание вполне, потому что здесь, потому что классное, вообще супер идет. Что плохо, в китайцы отказались от использования в 3.5, ребят, и с переходничком, потому что приходится использовать его. Вот это, потому что печальная, потому что тема. Но я лукавить, потому что не хочу, я использовал, потому что с блютусами от фирмы Втронсмарт, потому что вот, за компанию, потому что на испытания, что были, что громкость окей, звучание, потому что все окей, и претензий по качеству вот нет. В чем что плюс, что вот оказалось, что здесь еще есть APTX, то в телефоне, потому что включилось, я, вот, скажу честно, отличия особо, потому что не увидел, но в любом случае, вот, знаете, потому что вот, для информации, чтобы вы, потому что в курсе были, звучание из Bluetooth вполне окей. Общался и с людьми, какой же здесь шикарный динамик. Вот, ребят, ты общаешься, ты просто в кайф идет, ты слышишь и такое, потому что чувство, что ты, потому что с человеком он общается около тебя. Вот именно, потому что динамик и микрофон здесь оставили, потому что классное, потому что впечатление. И громкость, ты в курточке, потому что спрятал в карман его, а кричит до такой степени, ну что ужас. Я думаю, что все в курсе. Я, ну, изначально акцентировал, что, ну, что телефон, ну, что был у меня с 10-м MIUI, а пришло к нему, ну, что обновление, теперь у нас используется 11-й, я включил еще, ну, черную тему. Вот, ребят, ну что, извините, но просто вот для информации, ну что вдруг вы увидите, я сделаю чуть светлее, секундочку. Так, чтобы все вы, ну что, увидели, я думаю, вот так терпимо будет. Если захотели, то, ну что, интересно, скриншоты. 6 гигабайтами, ну что, оперативки и 64 из постоянной купил я. Приходит обновление, ну что, все окей, скажем, проблем, вот здесь вы... Ну что, вот не увидите. Здесь, ну что, до такой степени, знаете, как-то оно все комфортно, ну что, сделано и сбалансировано, вот, что вообще. Ну что, телефон, единственный из телефонов от компании, что вот не глючил и не тормозил у меня. Сколько бы, вот я им не пользовался. Единственный вот раз споймал с камерой, то что-то и случилось, ну что, вписалась в камеру, что, ну, прекращена ее работа. И все. Ну, до такой степени, что вот я не чистил ни память, ничего. Смотрите, потому что все приложения, все игрушки, все полностью. И телефон, потому что включается и срабатывает, потому что комфортно. Потому что все в приложения и не тормозят, и не глючат. Это просто, я не знаю, вот в плане, потому что оптимизации системы, это просто они сделали ту сказку. Вот, ребят, естественно же, столкнулся и с недостатком я, ребят... Я всем акцентировал, что я китайца купил. Здесь, ну что, установлена глобальная, ну что, прошивка с обновлениями. Из-за чего, вот, ребята, в GPay отказывается, ну что, карточку вчеплять. Ну что, пытался, ну что, включить и все полностью. Ну что, вот есть инструкции, но честно, читал инструкцию, из-за нее кирпичом сделал. Его снова телефон ошил. Скажем так, кто, ну что, думаете сэкономить, то вот именно... Кто, ну, что-то не использует эту функцию, то китайцев покупайте. Что кто использует, то лучше, ну, что, чуть денег прибавьте и купите официальную глобалку, чтобы было, ну, что, комфортнее использовать еще, ну, что, в GPay. Я ее не использую, знаете, для меня это не смертельно, но вот есть же такие люди, кто использует и будет кричать, что фу, знаете, у нас же всякое бывает. Так, естественно же, всем чуть-чуть, ну что, интересно, ну что, тесты. Я вот изначально, ну что, сделал с десяткой,
тест Antutu, что был, из MIUI, чтобы вы увидели, потому что 216 тысяч, и сделал с 11 из MIUI. Ну, стало чуть-чуть, ну, что побольше. Я так думаю, там что-то скрутили, знаете, потому что китайцы. Так, смотрите, вот, ребят, показываю, Geekbench 5 идет, Geekbench 4 у нас идет. Это снова Geekbench 4 по аккумулятору, ну, что указало 14350. Я вот не знаю, ну, что при каких условиях, вот здесь, ну, что цифра, все вполне окей. Чтобы, ну, что телефон 100%, ну, что день держал, 4700, пятерка. В таком случае, ну, что все окей. Если, ну, что цифра чуть-чуть поменьше, то телефон уже, знаете, так похуже живет. Так, и снова, ну, из MIUI 11, Geekbench 5 я сделал, 4, и снова, ну, что попытался, вот, знаете, у нас же, ну, что все в синтетикой, что увлекаются, где-то вот осталось. Вот смотрите, что из камеры вот я сделал. Вот столкнулся с такой ситуацией. Впервые за, ну, что, использование. Тут, ну, что, претензий у меня, ну, что, к нему абсолютно, что вот нет. Смотрите ситуацию и с датчиками. Тут, ну, что, все окей. И, кстати, и с приближением, что включалось и срабатывало, я не сталкивался, ну, что, и с проблемой. Так, а ты где хотя бы? Вот смотрите, вот я, ну, что здесь делаю и здесь. Но в чем плюс? Вот я, ну, что, сколько, ну, что, использовал его, и все было в комфортно у меня. А где они спрятали его, ну, что, не знаю. Вот, ребят, пишите в комментариях. Ну что, действительно, все окей, что было. По информации, ну, что интересно, я так думаю, что вы, ну, что все и так, ну, что в курсе, что используется 712 Snapdragon. Впервые, кстати, ну, что, использовали его из видео 616. Знаете, ну, скажем, в чем плюс? В игрушках, ну, в танки играл, и все игрушки включаете, ну, что все по максимуму, ну, что все вполне окей. Но вот, ребят, по аккумулятору в игрушке 4 часика и все. И еще и замечание по поводу, ну, что интернета увидел. Скажем так, вот там, где, ну, те телефоны вполне... сигнал окей, то здесь оказался у меня, ну, слабенький он. Я вот не знаю, или, ну, что, вот именно в телефоне в проблемах, ну, что, в прошивке или в чем. Из камеры, я думаю, что все в курсе, что здесь, ну, что, используется от Sony. И, ребят, ну, что, по камерам, ну, что, телефончик всех, ну, что, вот так на кусочки в целом отрвет. Здесь вот я использовал все стандартное. Искусственный интеллект там, ну, что, чуть-чуть с портретом, но чувствуется, что в китайцы, ну, что, попытались и старались. У нас есть и 4K, у нас есть и Full HD, все полностью, знаете, ну, до такой степени он просто, ну, что, удобный, ну, знаете, вот из-за чего я не хочу акцентировать, ну, что, по камере, что просто все примеры и фото, и видео будут, ссылочка внизу в, что, описании. Что гляните, вот просто, знаете, вот все, ну, что, пытаются и снимают там с теми и штативами, и всем полностью, вот с такими вот штучками. Да-да, ребят. А я вот с теми в кривыми руками. Вот просто, чтобы вы, ну, что, все увидели, вот, ну, что в конечном итоге окажется у вас. Если захотели, у нас есть и ширик, ребят. И по качеству, кстати, что вполне, ну, что, терпимый. Отдельно из плюсов... скажу, что, ну, что, в китайцы, ну, что, сделали вот съемку, ну, что, в темноте, и стало, ну, что, лучше. Вот все-таки вот в примерах, ну, что, гляньте, вот просто там стандартное будет идти и ночью, и по качеству в картинках, ну, что, все-таки, ну, что, лучше. Но вот честно, в детализации и всем полностью, то X2 оказался, ну, что, поинтереснее по камере. Но это так, знаете, вот лично от меня. Вы там, ну что, кричите, ну что, кипишите, вот я, ну что, впечатление от того, что вот я и с тем телефоном, что бегал, и с тем телефоном. Спутники, кстати, включаем впервые. Так что, ну что, испытаем, споймают или нет, что для спортивного, скажу честно, интереса. Ждем пока. Отдельно еще, чтобы отметил, что здесь, ну что... до такой степени, ну, что тонкие вот рамки идут, и в подбородок, это сказка, ребят, вообще, я не знаю, как они это сделали, но, знаете, вот ты
ты сколько этих телефонов не покупаешь, ну просто вот до такой степени, что здесь он толстый и до такой степени, что компактный, он здесь идет, ну ты вживую просто, ты, ну что, используя его, это знаете, как, ну что, вот то чувство, что в те времена, как в кино показывали, как знаете, у них стеклянные, ну что, телефоны и с полностью с экранами, вот здесь, ну что, чувство, тютелька, ну что, тютельку идет. Вообще, ну что, телефон, единственное, вот, недостатки, чтобы вот я что, отметил, аккумулятор 100%, ну что, кто, скажем так, кто, ну что, ищет, чтобы автономность была, в телефон, вот, ребята, ну что, не покатит вам, и что, кто искал оплату, ну что, с помощью функции NFC, то покупайте, ну что, глобалку, а так, абсолютно идеальный телефон. Шикарнейшие и камеры у нас, и селфи, ну что, отлично снимает. Тут все. И система отлетает. Ну что, чувствуется, что китайцы, ну что, сделали, ну что, все окей. И звучание, все классно. Скажем так, что о плохом сказал я. А примеры и фото, и видео будет ссылочка внизу. Всем спасибо, ребята. Извините, что долго, как обычно. Но вот телефон, ну что, действительно заслуживает вообще, ну что, только... Плюс, плюс, плюс. Всем спасибо. Пока.